Правильный ответ. Он их использовал в качестве весел. Вопрос. Их применяют маленькие дети. Их применяют маленькие дети. Одно. Дальше шлем, и будет обидно, если кто-то другой ответ дал, зачеркнул. Это не шлемы. Правильный ответ. Вопрос номер 18. Так, слушаем. Вопрос от рождения владел тремя языками. Назовите этого сказочного героя. Змей Гарри. У него было только три языка. Австралийцы. Австралийцы называют ее морской осой. Морская оса. Назовите ее. Время. Медуза. Если кто-то написал медуза с буквой И, мы уже придираться не будем. Я вам говорил, что в ответе может быть одно слово, два слова, какое-то предложение, но очень короткое. Итак, у Сергея Михалкова есть басня о том, как попугай хвастался, что умеет говорить по-человечески. Тогда ворон, который тоже знал несколько слов, но не считал себя знатоком человеческого языка, произнес фразу: «Здравствуйте, я ворон». Внимание, вопрос. Что же, в свою очередь, сказал попугай, если ворон с этим полностью согласился? Время. Здравствуйте, я ворон. А попугай произнес то, с чем ворон, конечно же, согласился. Попугай произнес: попка дурак. Известная хорошо вам фраза. Попка дурак. Вот и все. Итак, слушаем. В конце 19 века в Англии во время футбольного матча в ворота одной из команд был забит гол, который судья не заметил. Один из зрителей предложил то, что используют до сих пор. Внимание, вопрос. Что же он предложил? Время. Итак, кое-кто предложил пенальти. Я надеюсь, что ответа в видеоповторе никто не написал. Тогда еще не был правильный ответ. Он предложил использовать на воротах сетку. Ответ — сетка. То есть где будет, что связано с сеткой, то ли просто слово сетка, то ли использовать сетку. Все это будет засчитано. Согласно инструкции, прилагаемой к одной сборной старой советской игрушки, ну то есть много лет назад выпущена, наверное, вы видели, в музее есть выставка «Игрушка и время», вот такие старые игрушки, к одной инструкции написано, что в ее комплект входят туловище, нижняя лапа и верхняя лапа со скрипкой. Туловище, нижняя лапа, верхняя лапа со скрипкой. Внимание, вопрос. Как же называется эта зверюшка, эта игрушка? Время.